Один-два раз. Еще раз. Это не Малевич. Имя автора «Черного квадрата» Казимира Севериновича Малевича так или иначе связано с Курском. Он прожил в этом городе больше десяти лет, но в собраниях курских музеев нет произведений супрематиста Малевича. Тем не менее, в 2013 году Курская картинная галерея начала проект «Это не Малевич», поскольку считает, что говорить об этом художнике возможно и даже необходимо. Ведь если посмотреть в корень, интересен не сам Малевич и даже не его работы, а его э, высказывания, тексты о теории цвета и света, его принципы построения композиции, правила сбора на картине основных геометрических форм. При этом его картины интересны прежде всего как иллюстрации этих теорий. Тех самых теорий, которые лежат в основе современного графического дизайна, например. И такая геометрическая абстракция, супрематическая композиция, картина Малевича, вполне может представлять собой некий перевод известных секретов старых мастеров в упрощенное математическое русло. Это означает, что в основе любой хорошей картины, в основе любого шедевра классической школы, в основе любого реалистического живописного произведения лежат те же самые абстрактные схемы супрематизма, которые можно встретить на работах Казимира Малевича. Вернее, картины Малевича и есть те самые схемы. Он считал, что создает новое искусство, нового времени, но по сути предлагал скелеты старого. Так, в рамках проекта «Это не Малевич» были анатомизированы ряд классических реалистических произведений из собрания Курской картинной галереи. Зрителю с оглядкой на Малевича предлагали самую суть их композиционного, живописного, пространственного построения. Предлагали посмотреть на знакомые произведения глазами художника начала XX века, глазами супрематиста, Казимира Малевича. Ряд работ с коллекцией таким образом были нарисованы еще раз. Ну, по сути, заново. Каждая получила своего двойника картину того же размера, выполненную предельно упрощенно по той же композиционной схеме, и исполненную в стиле Малевича. Эти двойники в свою очередь должны были обнажить простоту замысла художника классической школы, раскрыть секреты его удачи, успех иллюзий, выявить механизмы построения пространства, подчеркнуть сложность и неповторимость колорита каждого произведения. За годы существования проекта своих двойников уже получили десятки живописных и графических работ. Это были художники разных периодов и школ, однако вот на фоне Малевича их приверженность реалистической традиции объединила их, да? подчеркнув таким образом идею преемственности в развитии изобразительного искусства в целом. Первый аллогизм ⁇ картину Калаш, которая соединяла в себе несовместимое. Малевич написал в 1913 году. На фоне изломанных кубистических форм скрипка, предмет классического искусства, и корова, срисованная с вывески мясной лавки. Малевич подписал на обороте а логическое сопоставление двух форм – корова и скрипка – как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудками. И поставил дату 1911, чтобы застолбить термин, что называется. Вообще неправильная или умышленно неверная датировка довольно частый прием у Малевича. Когда он оттачивал и выстраивал теорию, где картины были лишь иллюстрациями этой самой теории, все должно было быть гладко, и последовательно. Поэтому у картин менялись даты, а в его творческом наследии удачно появлялись ранние работы, достраивая архитектуру многолетних исканий. Такой подход к собственным произведениям отчасти развязывает руки проекту «Это не Малевич», в процессе которого мы подмешиваем двойников в стройные ряды картин Малевича. Так, акварельный лист художника-реалиста Степанова послужил прообразом коллажа, аналогизма в стиле раннего Малевича. А вот картина Игоря Грабаря «Грядка дельфиниумов» трансформируется в черно-белую супрематическую композицию. Использование нелогичных надписей «синий» и «желтый» снова отсылает нас к логизмам. Этот самый контраст – синего и желтого, действительно встречается у Грабаря. Ритм объемов рождает статику абстрактных черных прямоугольников, расположение которых напоминает теперь скорее клавиши пианино, а не соцветия, рождая другой, ну, какой-то механистический образ. В кубистическую, хаотичную композицию превратилась картина уроженца Курской губернии Ефима Михайловича Чепцова «Итальянский полдень». Здесь, ну, зная прототип, можно усмотреть в нашем двойнике черты футуризма с узнаваемым городским мотивом. Цветовые сочетания во многом повторяют оригинальную работу. Плоскости делятся бесчисленное число раз и становятся все более мелкими, ближе к центру. Реалистическая акварель Владимира Маковского с двумя фигурами была переведена на язык русского авангарда 1920-х. Таким стилизованным, упрощенным языком негласно пользовались многие художники, в том числе и Малевич. Ну, например, при оформлении эскизов к театральным постановкам. Графический лист у Тагавы Тойокуни превратился в композицию, имеющую узнаваемые аналоги параллели в работах Казимира Малевича. Угадываются фигуры, но плоскости разрабатываются локально. Декоративное изображение собирается из простейших фигур и форм. Подобные работы были созданы относительно поздно, в 1930-х, однако датированы Малевичем ранее 15 -го года. Ну, так он и выстраивал красивую стилистическую эволюцию к своему детищу и теоретической вершине, к супрематизму, черному квадрату, ну и полностью беспредметной абстракции. Аналогичные мотивы породили и трансформацию на язык Малевича шедевра собрания, живописную работу «Портрет девочки» итальянского художника XVI века Федерико Барочи. Еще узнается силуэт человека, условный объем еще сохраняется, но лицо уже превратилось в сферу, шею, в цилиндр, некоторые детали одежды и фон полностью лишены светотени. Работа Александра Дейнеки «Женский портрет» датируется 1921 годом. Это почти в то же самое время, когда собирал свои супремы Малевич. Трансформация этого гротескного портрета в абстрактное русло стерилизует образ и выглядит более отстраненно, хотя и сохраняет некоторые узнаваемые черты. Сходного двойника получил и Дейнековский более традиционный этюд мужской головы. Антропоморфный объект, перевоплощается в набор декоративных элементов, собирается в цветную мозаику, логичный такой дизайн с выверенным равновесием. Язык рисунков Малевича чрезвычайно скуп. Иногда он ограничивался одной только линией. Переводы реалистических рисунков в абстрактные формы выглядят очень лаконично, формально. Академические портреты сохраняют лишь общие очертания формы, сохраняют сходство с моделью ну, довольно условно. Идея поворота переработанного автопортрета вверх ногами напоминает с одной стороны, что в супрематических композициях не существовало низа и верха. Как повесить работу решал художник и мог это делать по-разному. С другой стороны, автопортрет это всегда зеркало, то есть тоже некий поворот. Забавная сюжетная картина Владимира Моисейкина «Команда» повторена в стилистике картин Малевича с помощью сочетания ярких локальных контрастных пятен. Силуэты читаются, но сюжет как таковой исчезает. Персонажи становятся обезличенными в прямом смысле, знаками, архетипами. Они полностью утрачивают индивидуальность и характерность. Еще одна картина Александра Дейнеки, две фигуры 1923 года. Она сама по себе имеет некую связь с авангардными течениями начала 20 века. Можно почувствовать налет конструктивизма и даже кубизма. Но ее перевод на абстрактный язык окончательно превращает человеческую фигуру в набор геометрических плоских форм и связь, с прочитываемым антропоморфным изображением полностью пропадает. Выход на полную беспредметность, упрощение и уплощение фигур рождают новых двойников на основе совершенно разных авторов-реалистов, представителей академических направлений. Предельное упрощение фигур, казалось, полностью удалило сюжет, оставив в новой картине лишь некое абстрактное доминирование красного треугольника, ну чтобы это не значило. Еще один Александр Дейнека, резкая композиция с фотографическими срезами преобразилась в такую контрастную, довольно динамичную с красными акцентами, ну сообразно прототипу. Питер Деринг, казалось бы в классической картине золотого 18 века Голландии произошли кардинальные изменения. Инвертировался фон, блик бокала завис в воздухе, белое на белом такое, да? Диковинные предметы упростились до формулы, но натюрморт все еще можно угадать. Прочесть порт с кораблями уже проблематично. Получилось такое динамическое, сложное э, в ритмическом отношении взаимодействия неких прямоугольников и линий. Константин Коровин и снова корабли. Ну, если на картине может существовать один черный квадрат, почему бы не появиться второму? Их несимметричное, нетривиальное расположение нарушает равновесие, которое в некоторой степени восстанавливается дополнительными элементами. Николай Пиманенко на картине «Двойнике» остается ярко выраженный центр. Пространства больше не существует. Диагональные линии, бегущие к центру, лишь слабо напоминают о нем, об этом пространстве. Вячеслав Шварц. И снова ясно читаемый центр – малые формы тяготеют к большим, сохраняется лаконизм и такая общая цельность. Цветовая палитра, кстати, близка к прототипу и вполне в рамках традиционного колорита Малевича. Юлий Клевер. Необычная картина-обманка с простой симметричной композицией легко перекладывается на абстрактный язык, абсолютно теряя узнаваемость объекта. И, наконец, Иван Айвазовский, где изображение уже полностью утратило сюжет и какие-то членения, превратившись в градиентный прямоугольник. Казимир Малевич был уверен, что на таком ярком декоративном языке будут говорить скоро все от мала до велика, и художник, и зритель. Он был прав лишь отчасти. Да, сейчас этот язык вполне востребован и легко угадывается в дизайне, рекламе, в современном диджитал-арте, в кино и телевидении. Но тогда молодое советское государство не поддержало авангардный крен искусства. Известное постановление 1932 года о перестройке художественных организаций ограничило путь развития официального искусства колеей социалистического реализма. Ну и так, если Малевич и пытался создать некий новый язык, некую новую супрематическую азбуку, то авторы проекта Это не Малевич просто воспользовались тем же набором букв, чтобы осуществить перевод на этот самый язык неких классических текстов, картин, исполненных в русле реалистической традиции. Это ремейк, который должен подружить бунтарей, инноваторов начала 20 века. С традиционным искусством.